Неужели музыка началась? Вот почему муравьи ходят по стенам, а паук нет. Я тебя сейчас подтолкну. Глянь, вообще, все, я тут мастер игры. Присоединись туда, мразь! Я не думал, что это такие сопли прям вообще. Я ее держу, чтоб не упала. Пошло, пошло дело. Какая красота! Кому помощь нужна первая, или вторая, или третья? Как мне теперь выбраться отсюда? О, что за ракета? Держись! Куда? Подожди, рано, рано, рано! Мехмур — это механический муравей. Прикинь, как я это узнал. Двигай, блядь, сказал. Что такое? Куда ты двигаешь, блядь? А, нет! Нет, это что ты? Блядь! Что я держу? О, это что, мы ломаем дверь? Это пирота, теперь мы строители. Ну теперь я буду в каске, теперь мне ничего не страшно. Даже если меня птица клюнет, она себе клюв сломает об эту каску. А, это у вас тут скейт-парк? Привет, скейт-герл. Пытаюсь научить муравьев кататься. Ля как пляшу. Да мы прям крутые, если носом не воткнемся. Я не готова кататься. Я хочу, чтобы ты плясала. Вечерочек, ты на канале Gente Games, где мы с тобой играем в разные игры. Это следующая часть нашумевшего Вебет. Не спрашивай, почему нашумевшее, потому что я так сказал. И начинаем мы тогда с тобой в него и играть. А начать я хочу с того, что мне в комментариях написали, что я тут один момент пропустил. Вот это, прикинь, ты вот это видел? Я не видел. Это... Глянь. Что это? Что там может быть? Что это такое? Ты кто? Пацаны-то кто? Это паук супер крутой. Спасибо, что объяснили мне. Это птица нереальный Что? Куда ты меня кинул-то? Нереальный скейтер. А, это я твой скейт забрал? Это паук супер крутой. И все? Это птица нереальный скейт. Да что ж меня запинали? Подождите. Ребятушки. Ребятушки! Как бросить-то вашу... Положи доску. Так, ты меня ж не укусишь? Йоу, чё, как? Зацени мой супер секретный чиллаут. Давай, чувак, это просто супер. Если хочешь, можешь зависнуть тут хоть на весь день. Уже сразу еще один мне дали? Да ты чё? Ты только посмотри! Вот это, конечно, секрет. Бля, какие мы огромные стали. А были такие маленькие. А нет, мы такие, по сути, с тобой есть размер одного. Но он как-то грозно выглядит. Давай, напялимся. Спасибо, уважаемые. Все, ты мне больше ничего? Расслабься. Понял. Ладно. А что? Я возьму доску, нет? О, взяли. Поехали отсюда. Бля, теперь меня все будут бояться. Ты посмотри, какой я. Какой я. Страшный. Ты просто посмотри на это. У, сука, бойся меня, падла. Итак, смотри, какой я. Смотри. Вылезаю с травы давай. Хуя! И кусаю тебя. За жопу. Подожди, это черная вдова? Нет? Похож. Жопа похожа. Но не совсем. Ну что-то есть. Так, это не ломается? Не ломается. Так, смотри, теперь нам нужно пройти... таскать эти паука-волка, они где-то, скорее всего, будут как раз здесь. Видишь, как их много, скорее всего, они и справа, и слева будут. И тут, я имею в виду, и вот здесь, мне так кажется. Хотя тут, видишь, растения, тут не факт, что будут растения. Нам нужно как-то попасть направо. Так, давай проверим. Тут мы взяли все.
Все. Так, а вот этот. Да, видишь, тут был секрет, оказывается. А вот это что? Это, наверное, где мы вылезли, когда у них были. Которая секретная, там комнатушка была какая-то. Так, ну пойдем. За что-то я зацепился. Ага. О, куда меня понесло? Да ты еще ниже опустись. Сука, что такое? Ой, хватай. А нахуя он тебе нужен? Куда мы летим? Вот. Да, вот надо как-то... Как так? Ага, вот тут должен быть проход. Не угадал. Где-то здесь должен быть проход. Да блин, опять не угадал. Так, только за листочки не хватайся. Это обманная система. Листочки нам врут. Они лишь... Я вообще не вижу... Это просто ради стёба для меня. Вот эти листочки. Они чисто в прикол. Чтоб тебя по-прикольному спустить вниз. Так, что тут с секретами? Ничего не может быть? Ничего не будет? Стой, что это там такое? Посмотри. А, это, наверное... Голубая облака. Так, мы сейчас вот здесь. Тут ничего нет. Ну хорошо, вот так надо. Заходим на локацию и сразу смотрим, чё почём. Чё ты так долго опускаешься? Но тут ничего не будет, это стопудово. К чему тогда это место? Ни персонажи, ни ничего. Привет, паучок, у меня для тебя задание. Королева пчел готовит принцессу, которая возглавит новый улей. Для того, чтобы подготовить принцессу, ей нужно маточное молочко. А чтобы сделать молочко, нужна пыльца. Но только самое лучшее, пыльца розовой орхидеи. 20 зерен должно хватить. Принеси пыльцу на вершину кроны, и она в долгу не останется. Пойдем. Принеси королеве пчел 20... Стой, куда? Стой! Блин, нет, стой, я хотел за тебя зацепиться. Ты где? Вот он ты. Ать. Ну и все, я за тобой летаю. Куда ты меня ведешь? Мы так и будем с тобой летать просто так? Оп. А, ты меня сам проведешь по всему? А-а-а. Ну полетели. Возможно, мне нахер сейчас не нужно, я просто занимаюсь какой-то ерундой. О, схватил. Так, смотрим, что у нас тут. Задание. Ох, ничего себе. 20 вроде звучит немного, но когда ты смотришь вот сюда. 40 пауков, посмотри. Тут не 20 зерен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это вот это половина из того, что здесь написано. Что вы меня дурите? Так, ладно, давай посмотрим. Тут... Ага, нельзя никуда. И вправо тоже нельзя. Все хорошо, значит нам наверх. Так. Ой-ой-ой-ой, я держусь. Какая приятная музыка. Ой, это что такое? Вершина кроны, 5000 сантиметров. А это убьет меня? Да, смотри, это опасная штука. На нее не садится, главное. Так, это сейчас где мы находимся? То есть, а, вот, тут мы пыльцу должны собирать. Вот оно что. Так. Я вижу следующую. Оп, есть. Блин, а тут как-то... Ага, это мы в дереве как раз. Оно у вас полое какое-то, ребят. Тут пусто. Ой, подожди. А я, твою мать, с пауком не станцевал. А так хотел. Танцуй со мной, танцуй! И вы, твари, танцуйте. Все пляшем. Все танцуем.
Надо же с вами танцевать. О, подожди, я могу паутину нахер пообломать всю. Не могу. А можно мне такую же паутину делать? А я потом туда все у меня по жопе пойдет. Ладно, идем отсюда. Ты нахуй! Ты... Ты чё, с ума сошел? Зацепись за что-нибудь! Мне ж туда пройти надо! Ебучий дерево! Отлично! Ай! Там какой-то мусор был. Такое ощущение. Итак. Тут муха летает. Вот нужно здесь плясать. Ты не будешь плясать? Ну не, она, видишь, она сразу. В полете пляшу с тобой. Не пляшет. Ладно, она не пляшет. Так, это вершина крона, хорошо. Теперь нам нужно сюда подняться прям высоко. Вот она, вот она. Я скушал! Простите, пожалуйста. Но я все нашел. Две пыльцы и вот эти вот, как, какая-то мошкара. Блин, я просто за нее зацепился. Я не хотел. Опа, вот это все я запомнил, да. Ой-ой-ой, вот тут они меня спасли. Я просто так отвык от этих сухих деревьев. Вершина кроны, 4700. То есть это место вот это. Ага, но мы пойдем давай в секретное место. Оп, дошли. Так. Я подумал и решил, что все-таки попробую, наверное, сюда. Это что у нас за место? Тоже непонятное. И тут тоже может много всего быть. О, паучок, паучок, я тебя верну домой. Не бойся. Оп, слопал. Слопал. И умер. Я слопал и умер. Так. One moment. О, здравствуйте, я тебя скушаю. Ой, я съем тебя. Ам-ням-ням. Так, подожди, 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 подожди. Надо, давай налево пойдем. Ага, потихонечку. Что у нас внизу? Смерть. Внизу просто смерть. Что, серьезно? Серьезно, просто пустота. А так можно? Ой, мама, я держусь. О, опасно. А, вот ты не хватаешься. Все, я понял, там нечего делать больше. Хоть бы как-то помечали. О, осторожно. Мы все взяли? Вот здесь. Не все, еще что-то должно быть. Смотри. О, дырка, дырка, обманули. С ума сошли, что ли? Кто ж так делает? Подожди. А, это сохранение? О, паучок. Опа. Да хватит умирать. Все нашли? Нет, не все. А, вон еще один. Да ты че так это какой-то кошмар. Так, аккуратненько. Слопал. А, нет, нет, не слопал. Видишь, они по мне ползают. Еще вот эта штука. Еще вот эта штука. Скажите, что мы все нашли. Отлично. Я очень рад. Это мы сейчас где? Но мы идем не по сюжету, я тебе скажу. Потому что он показывал крону вправо. Но я так понимаю, что Вау, тут паучков сколько. Да, вас тут очень много. Блин, как теперь эту муху поймать? О, 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 иди сюда. А, поймал. Съел. Блин, ребят, ну тут...
Так, это внизу смерть. Я понял. Внизу страшная и мучительная смерть. Спереди тоже. Фу, глянь, по мне лазь. Вы мне брюшко щекочете. Брюшко щекочете. Брюшко! Так. О, тихо, да не умирай, прекрати. Я что, хорошо пролетел в прошлый раз. Так, давай на самый верх. Тут у нас что? Ага, пыльца. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут, видишь, тут очень опасно разгоняться. Вот в чем весь прикол. Тут очень опасно разгоняться. Заебись. Ты что придумал? Надо максимально тут аккуратно. Так. Вот так, не разгоняйся. Ага. Ага, вот тут были пауки. Я помню. О. Хорошо получилось. Так, тут можем умереть. А нет, не умрем. Я тебя взял. И я умер. Так. Я видел. Там была. Так, аккуратненько. Ага, аккуратно. Аккуратно. Возьмем пыльцу вон ту. Супер. Взяли. Не, ну тут, конечно, они очень много всего раскидывают. Просто посмотри. Я столько пауков уже тут надыбал. Но мы пока туда не пойдем. Подожди, подожди. За верх ты что, не цепляешься вообще? Так. Не путай меня, тут что-то есть? Нету. Я должен собрать все. Не все собрал. А что здесь, сука? А, ну это ж не закончилось. Тут еще вот тут вот должно быть что-то. Я слышу, слышу, летает какая-то мразь. Вот, пыльца. Вот он, иди сюда. О, мне даже не нужно сейчас цепляться. О, потанцуй, муха. Ты пляшешь? Ай, как красиво ты пляшешь. Привет-привет, какая-то ты странная пчела. Я пчела? У тебя должно быть мощный крылья, раз ты добралась до этой ветки. Давай вместе перелетим через эту пропасть. Покажи мне, как ты это сделаешь. Не, подруга! Не, в пизду тебя! Я не хочу. Я тут еще не все собрал. Ты ж потом вернешься ко мне? Подруга! Так. Подруга! Ой-ой-ой, я тебя поймал. Мне не нравится этот расклад. Ой-ой-ой. Брюшко мне щелкнуло. Блин, тут просто... А, твою мать, муха! А, так, подожди, тут очень много всего. Так, ну смотри, тут ничего нету. Так, это что он нам показывает? Вершина кроны 4200. То есть нам еще нужно будет вернуться назад. Это мы по какому-то другому маршруту, видимо, прошли. Взяли паука. Я так понимаю, это не конец. Я видел там паука. Я не умер. Я жив. Я жив. Ага. Так. Тихо, вот сюда. Я вижу паука. Я вижу паука. Я вижу паука. Схвачен. Схвачен. Я чуть-чуть очки испугался. А, ну за нее можно было схватиться, но не обязательно. О, здравствуйте. Сколько тут всего? Это ж просто кошмар. Я взял паука.
Интересный способ летать. Да я за тебя просто хотел зацепиться. Но к Лизату у меня претензий нет. Ну ладно, лети дальше. Удачи со сбором пыльцы. А нахуй ты мне кричишь? Что, глухой? Так, мне вниз. Вершина крона 3600. Все собрали. Так, подруга, ты не хочешь меня отвезти? Налево, туда, обратно. Ой. Но мы хорошо с ней поплясали. А, можно вниз. Зырь. О! Так, давай пока туда. Тут мы еще успеем пролезть. Ай-яй-яй! Опа! Ой! А, блять, это все время мне отсюда теперь начинать. Ой-ой-ой-ой. Да, это не так легко, как кажется. Опа! Прям хорошо, хорошо получается. Тут мы все. Вот тут мы все собрали, значит. Ага, отлично. О! Здравствуй, молодой человек. Ну, хорошо начало собираться. Видишь, какие-то мушки пошли. И до королевы нужно 20 этих пылец собрать. Давай все соберем. Тут мы не пройдем. Так. Я понимаю, что нам вниз. Ну, мы вернемся к тому... Ой. Здравствуйте. Попляши, потанцуй. Видишь, как на меня пауков сколько лазит. О, привет. Ты тоже собираешь пыльцу? Надеюсь, нам хватит. Там так хочется поскорее увидеть новую принцессу. Но летать по всему лесу ужасно утомительно. Ты иди вперед, а я тебя догоню. А зачем ты мне нужен? Видишь, я мусор убираю. Какой молодец. Оп, пыльца. Я у вас тут на полставки работаю. Глянь, это спрятали. Какой-то проход спрятали, твою мать. Ха-ха-ха-ха. Я запомнил. Я очень внимательный, ты посмотри. Воу. Так можно себе все внутренности отбить. Так, приземляться. Так, что, все собрали? Я вот здесь, мы все собрали? И что, внизу смерть? Нет, внизу не смерть. Внизу проход. А-а-а. Вот оно что. Как я и говорил, видишь? 4700, то есть мы уже на 1000 там поднялись. А вот тут смерть. Отлично, я все понял. Ну пойдем, пойдем, посмотрим. Секрет ваш. Что такое? Нормально, жив. Живой, живой! Нет. Ты куда-нибудь зацепись, пожалуйста. Ага, вот муха. Вот нам куда-то туда. Эй, не поймай. Сука. О, получилось, получилось. Там какая-то паутина была. Там еще какой-то паук. Ты тоже хороший мой друг? Или ты какая-то опасная штука? Напрягающая музыка. Ой, ты нашла одну из моих паутин. Спорим, ты не сможешь отыскать еще одну. До скорого. Найди все золотые паутины. Я играю на гитаре, слушаешь? Вот такой вот я молодец. Это был бесплатный урок игры на гитаре. Все остальное уже... Только платно. А для чего это место? То есть нам нужно находить какие-то подобные секретики? Блин, я думал, это одно такое. Я супер, что вообще его нашел. А я так понимаю, у вас их будет много. Блин, ну это нужно быть еще максимально внимательней. Куда внимательней? Ну, мы тут все собрали, да? Да. Теперь нам нужно
не вверх идти, а вниз. И там мы откроем проход напрямую к муравьям. О, а что ты за кусты-то не цеплялся? Так. О, так и умереть можно, и умереть. Скотина. О, ой, сука, я не понял, где я нахожусь. Я попутал все. Блин, мне кажется, в этой серии будет столько смертей, сколько в жизни никогда их не было нигде. Да твою мать. Я хочу быстро пролететь, понимаете, быстро. Но получается какая-то ерунда. Лютая ерунда причем. Давай по чуть-чуть. Пизда. По чуть-чуть. Но он закручивается, сука. Вот так. А? А? Получается. Хорошо. Вот можно было везде за веточки бы цепляться. Куда я цепляюсь? А, лиана. Все, все, нет! Надо было приземлиться к мухе. Так. К мухе. А что если мы максимально высоко поднимемся? Ёб твою мать. Поднялись. Так. Вот, вот, тихо. Ага, нормально. Муха, я иду к тебе. Сука! Я же почти дошел до мухи. Дайте мне там сохранение. О, муха! Я у тебя, все, за чекпоинт меня. Ага, супер. Да твою мать! Получилось. Ой, подожди, а там что-то было? Смерть тоже, да? Да. Там нас ждала смерть. А тут вот мы были, тут вот мы были. А, не факт. А, нет, подожди, факт. Тут очень опасно. Максимально опасно. Подожди. Что за ерунда? Почему везде 3500? Я еще ближе стал. Хотя там был направо, вверх. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то вы меня вообще позапутали, ребят. Очень сильно вы меня позапутали. Тут еще... Игра не такая простая, как кажется. Но тут не пройдешь. Вот, куда ты меня ведешь? Тут будет что-то еще происходить? Или мы только... А, в этой серии! Подожди, там же воздух был. Там же воздух! Твою мать! Вниз нельзя. Кстати, вот эти кракозябры, которые торчат, иголки вот эти, они мне очень сильно напоминают спящую красавицу. Не поющую, как я сейчас сделал, а спящую. Я вообще пролечу здесь когда-нибудь? Или что это такое? Подожди, у меня же есть скейт. Заебись. Ага. Погнали! Оу, ты смотри! Вот как с тобой... Воу, 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 ты видал? Ну это так, видимо, должно работать. Я тебе отвечаю. Это намек на скейт. А где он? А, надо уходить из-под него. Тут еще и равновесие держать надо. Что такое? Взял. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, что происходит? И что? А-а-а-а! Иди сюда. Тут проще все, да? Слышишь, это отсылка GTA San Andreas. А, нет, подожди, там же была пчела.
А мне вниз надо. А. Так, ну я беру опять тебя, да, и мы летим дальше. Это все прикольненько. Но подождите. Но подождите, подождите. А обратно мне как? Это бесполезное место. И не осталось моего парашютика. Ай-яй-яй. Обратно это... Я не представляю, как нужно обратно. Мне страшно представить. А обратно тупо невозможно. Понимаешь, насколько все плохо? Обратно это... Не... Это что? Это обратно? Подожди. Вы меня максимально запутали. Я думал, в муравейнике полная жопа. Нет. У вас тут еще хуже. Вот это место. Иди ко мне. О! Ребята. Да, все, это точно оно. Тут мы что? Еще не все собрали. Ты посмотри, не все. Какой ужас. Тут теперь столько собирать надо. 2350. Но я же не там шел. Я думал, что здесь есть места. О, это аж хрустнул. Паук слышал. Твою мать. Я думал, тут есть такие места. Такие места. Ой, получилось. Скажите, что я все собрал. Ой, спасибо. Большое. Ну, пойдем еще выше. Я видел муху. Или что это? Пчела какая-то. Летала тут. Вон она. Вон она. Эть. Ты где? Внизу? Вас несколько. Съел. Иди сюда, собака. Не ты. Ой. Я же видел, ты тут летала. Не, ну эта игра чисто, знаешь, мы лутаем. Мы просто ходим и все лутаем. Вот в этой серии это... И на... Шоп... Ты... Ах ты... Ать, собака. Я тебя сейчас достану. Падаль. Съел. Все, и скажите, все собрали. Нет, не все. Получается, 2200. Итак. Вот тут мы смерть. Да? Да. Тут тоже смерть, я так понимаю. Да. О, тихо. Ой, блин, почти взяли. Вот эта пыльца, она немножко к нам подтягивается, когда мы к ней подходим. Но недостаточно хорошо, чтобы это было правдой. Так, аккуратно. Вот сюда нам. Вот видишь, какую закручивает. А, это такая секретная. Да, тут еще и ту... Искать эту гребаную паутину. Паучок. Еще один летает. Я тебя найду. Я тебя найду. Вот, нашел! Мразь! Он просто меня скинул. Он просто решил от меня избавиться. Я тебя вижу. Ай, не съел. Ай-яй-яй. Сейчас мы тебя поймаем. А где ты? Он скрылся.
посмотри на него, какая мразь. Вернись сюда, собака. Я не успокоюсь, пока я тебя не найду. Вон кто-то был, да? Подожди, мы же пауки. Сейчас я буду на тебя охотиться. Заметь, вот мы... А! Сука. Он просто не знал, с кем связался. Я паук или что для него? Сука. Ой, 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 ой. Так. Тут просто... Еще один! На, сразу же! Вот эта реакция, это рефлексы паучьи у меня. Паучье чутье прокачано на максимум. Так, вот это что у нас? Ладно, хер с тобой, летай. Подожди. Да, зачем улетать? Когда я могу тебя сожрать сразу же? Твою мать, вернись, пожалуйста. Эй, иди ты в жопу. О! А, я съел тебя, я съел тебя. Просто сразу сделай, чтобы потом с ним вот этим не заниматься. Давай, вот тут всех понаходим, кто нам нужен. Получается, у нас вон там уже проход. То есть мы постепенно, видимо, подбираемся к улью. Нам нужно в улей. Цветочек мы тоже забрали. И это еще не все. Как же у вас тут тяжело со всем этим. Разберись. Еще и не запутайся. Что это за спуск? А ну тут мы были. Правильно же. То есть вот это... Да, все, это я понял, где мы. А, подожди, я могу внизу делать вот эти... как сказать-то? Вот тут, например, оп. Вот, тут еще какой-то проход. Выше есть. Но мы не все собрали тут. Подожди, я и там мог паутину натягивать, а не лететь как полоумный. Тут что у нас? Еще какая-то зона. А что ж тут должно-то быть? А, вон! Как мне туда попасть? Я увидел. Вот, вот так сделаем. Да, блин, надо запомнить, что вот так вот очень хорошо делать. Ай, тихо. Вот. Так, сделаем вот так. Ага. И вниз нам тут, да? Аккуратно. Вот так. Я думаю, что это последнее. Мы очень тут хорошо все изучаем. Да, это была последняя. И у нас есть три путя. Я предлагаю... Ай-яй-яй. Я, короче, что предлагаю? В улей пойти уже в самый последний момент. Максимально в самый последний момент. То есть у нас один вот здесь. Как раз у знака на 2200. Второй где-то повыше. И третий уже сам улей. Поэтому так как мы тут все собрали, то вернемся сюда. Блин, сколько у нас пауков. Вернемся сюда, пройдем. Это вот как раз место, где...
где муха нас должна, где муха нас повела, и вот вверх показывала. Вот, скорее всего, мы как раз вернемся к этому месту, если пойдем сюда. И как раз изучим вот этот вот момент. И на этом мы пока закончим. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить нового видео. Всего.